представляем пневматический запайщик ламистерных банок PZ-4L. Запайщик выполнен в виде настольного агрегата и предназначен для запайки крышками ламистерных лотков 4L, предварительно наполненных продуктом. В верхней части агрегата расположен блок управления, на панели которого имеется задатчик температуры запайки, лампа-лоток, сигнализирующая об установке лотка с продуктом в положение запайки, а также реле времени, позволяющее задать длительность времени цикла запайки. Перед началом работы оператор устанавливает температуру запайки и длительность цикла запайки. Ниже пульта управления размещен узел запайки лотка, имеющий паяльник с пневмоприводом и нижнюю выдвижную часть с гнездом для установки лотка с продуктом для запайки. По обе стороны от загрузочного узла агрегата размещены две кнопки, которые при одновременном нажатии после установки лотка с уложенной крышкой в положение запайки формируют команду на перемещение паяльника. Алюминиевые ламинированные лотки, ламистеры, перед запайкой загружаются продуктом. В данном случае это вода. Подвижная часть запайщика находится в положении загрузки. Лоток с продуктом укладывается в специальное гнездо. Сверху оператор укладывает фольговую крышку и перемещает подвижную часть вперед в положение запайки. Включение зеленой лампы на панели говорит о том, что разрешено движение паяльника для запайки лотка. Оператор одновременно нажимает две кнопки, и паяльник опускается вниз, осуществляя запайку шва между крышкой и ламистером. После этого паяльник поднимается вверх, а оператор выдвигает подвижную рамку и извлекает из гнезда лоток с припаянной крышкой. Простой эксперимент показывает высокое качество запайки. Оператор весом 102 килограмма встает на упакованную банку. При этом запаечный шов сохраняет герметичность. Вскрытие упаковки показывает высокое качество запаечного шва по периметру контакта с ламистером. Упакованная таким образом продукция может быть подвергнута стерилизации в автоклаве.